Всем привет! И в этом видео хочу показать вам, как украсить комнату собственными руками к Новому году. Так что я приготовила для вас пару идей, и вы можете смотреть! Первое, что мы будем делать, это рамка. Вам нужно приложить ее к картонке, обвести внутри и, прибавив 5 сантиметров, вырезать. На ней вы можете написать что-нибудь или вставить фотографию поверх. Потом я взяла яркие сломанные наушники и я отрезала весь шнур от них. Теперь вы можете обмотать шнур вокруг рамки. Это почти все. Отрезайте лишнее, прикладывайте картонку. И шнурок не будет выпадывать, так что вот такая рамка у нас получилась. Для следующей вещи я взяла самую старую коробку и обмотала ее фольгой. А внутри я это просто все примяла к стенкам самой коробки, отрезала лишнее. И также надо сделать с нижней частью. Место разрыва я заклеила ленточкой. И это все, туда можно складывать любые вещи, все, что вы захотите. Подушку с бантиком делать очень легко, вам понадобится всего лишь лента, чтобы упаковывать подарки. И любая подушка, так что вы можете просто обвязать подушку, сделать бантик, и все, это, в общем-то, очень просто. Для праздничного настроения я поставила в свою комнату несколько игрушек и разных свечек. По-моему, это очень мило. И, конечно же, гирлянда — это самая простая вещь, с помощью которой вы можете сделать свою комнату просто очень классной, новогодней, веселой. Так что купите себе одну или несколько, не знаю, все будет классно. Для декорирования зеркала вам понадобится, собственно, само зеркало. И диск, CD-диск, компакт-диск, как хотите называйте. Просто разломайте его и отрезайте маленькие кусочки. И когда у вас наберется достаточное количество маленьких кусочков, вы можете наклеивать это все на само зеркало. Так что это все, я надеюсь, что вам понравилось это видео, и если оно наберет 500 лайков, то я буду знать, что вам нравятся DIY, и буду снимать их чаще. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я вас очень сильно люблю, пока!